Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД, в результате чего изъято наркотическое вещество в особо крупном размере. Наркотическое средство незаконно перевозил житель села Дзыгута Сухумского района. Автомобиль под управлением Маркосян Ромика Аганесовича, 1968 года рождения, сотрудники УКОН остановили по улице Джелли в городе Сухум продуктового магазина. В багажном отсеке своего автомобиля среди технических средств гражданин Маркосян хранил две пластмассовые емкости, внутри которых находилось серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом. При исследовании изъятого специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлено, что данное вещество является наркотическим средством каннабис, то есть марихуана, общим весом 131,36 грамм. В отношении гражданина Маркосян следственным отделом УВД по городу Сухум по части 3 статьи 223 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Последнему вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотического средства в особо крупном размере. Проживающий в городе Сухум гражданин Хвардский Энвер Анзорович, 1983 года рождения, был задержан сотрудниками Бзыбского отдела милиции УВД по Гагарскому району в результате проведения оперативных мероприятий на посту ГАИ Бзыб. Последний под водительским сиденьем своего автомобиля хранил медицинский шприц с наркотическим средством метадон, который был изъят сотрудниками милиции при обследовании автотранспортного средства. По данному факту в отношении Энвера Хвардского по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Аналогичное преступление вменяется жителю города Сухум Ломия Тимура Астамуровичу, 1995 года рождения. Автомобиль марки BMW X5 под управлением гражданина Ломия был остановлен на посту ГАИ Мачара в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками УКОН МВД Республики. При обследовании автотранспортного средства в присутствии приглашенных в качестве понятых граждан сотрудники милиции изъяли медицинский шприц с наркотическим средством метадон. Прошу обратить внимание, в бардачке данного транспортного средства гражданин Ломия собственноручно выдал медицинский шприц, внутри которого жидкое вещество. Что это за вещество, гражданин Ломия? Метадон. Метадон. Пожалуйста, пройдемте. Уголовное дело, возбужденное в отношении Тимура Ломия по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического вещества, расследует отдел дознания МВД. Последний отпущен под подписку о невыезде. Незаконное хранение огнестрельного оружия и наркотического средства вменяется жителю города Сухум 1976 года рождения. Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД, в результате чего по улице Аргун в городе Сухум была остановлена автомашина «Тойота» за госномером Т-386ТК под управлением Газаева Рамина Шотовича. В результате осмотра автотранспортного средства гражданина Газаева было обнаружено изъято огнестрельное оружие «Карабин Сайга» калибра 9 мм и боеприпасы в количестве 20 единиц в магазине к нему, а также медицинский шприц с прозрачной жидкостью. Как впоследствии установлено специалистами экспертно-криминалистического центра МВД, вещество в шприце является наркотическим средством метадон. Экспертизой также установлено, что изъятый карабин является нарезанным огнестрельным оружием, переделанным кустарным способом для производства автоматической стрельбы, а патроны к производству выстрелов пригодны. В отношении Рамина Газаева органам предварительного расследования УВД по городу Сухум по части 1 статьи 223 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения, подписка о невыезде. И дополнительная информация о ранее совершенном преступлении. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий изъято имущество, похищенное в результате разбойного нападения, имевшего место по улице Авицба в городе Сухум. Подозреваемый уже дал признательные показания в совершении данного преступления. Ранее задержанный Джинджоли Эдуард Гибевич, 1986 года рождения, в ходе проверки показаний на месте указал на спрятанные аппараты для добычи криптовалют. Также сотрудниками милиции изъято орудие преступления. Пистолет с патронами подозреваемый спрятал на территории кладбища по улице Героев-Пограничников в городе Сухум. Гражданину Джинджоли вменяется разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в целях завладения имуществом в особо крупном размере. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, совершенной группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное хранение наркотического вещества.
Наркотик сотрудники милиции изъяли в автомобиле Джинджоли. В момент его задержания, когда в ходе отрабатываемой ориентировки по улице Гуместинская была остановлена автомашина Honda Fit. При осмотре автотранспортного средства в багажном отсеке обнаружено изъято наркотическое вещество марихуана. В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий в отношении задержанного и была установлена причастность последнего к совершению разбойного нападения по улице Авицба. Как ранее сообщалось, данное особо тяжкое преступление раскрыто сотрудниками первого отдела милиции столичного УВД. Расследование в рамках соединенного уголовного дела проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Эдуард Джинджоли содержится под стражей. Министерство внутренних дел Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков, имевших место в Сухуми 21 декабря текущего года. Личный состав МВД ориентирован на установление лиц, осуществлявших противоправную деятельность, в том числе в части незаконного приобретения, хранения и распространения психотропных веществ среди участников массовых беспорядков. Кроме того, предусмотренные законом действия также направлены на установление лиц из числа гражданских, пострадавших от противоправных действий участников массовых беспорядков. Данные мероприятия МВД Абхазии проводят в рамках оперативного сопровождения по уголовному делу, возбужденному столичной прокуратурой по факту организации проведения блоком оппозиционных сил Народно-патриотический союз Абхазии несанкционированного митинга у комплекса правительственных зданий, участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества.